Всем привет! Сегодня будем готовить пасту с креветками и брускетты с артишоками. Очищенные креветки смешиваем с пастой из оливкового масла и базилика. После чего отвариваем безглютеновую пасту, как указано на упаковке. Далее на оливковом масле обжариваем чеснок с креветками пару минут. Вливаем в сковороду сливки, добавляем соль, доводим до кипения и выключаем. Выкладываем пасту в блюдо, сверху креветки в сливочном соусе. Украшаем помидорами черри, греческими крупными оливками, зеленью и семенами. Приступим к брускеттам. Кусочки хлеба подсушиваем на сковороде и смазываем пастой из оливок и артишоков. Сверху украшаем зеленью, креветками и крупными оливками. Получается очень вкусно, быстро и красиво. Настоящие греческие оливки с замечательной брускеттой с оливками и артишоками под пасту с креветочками заходят просто на ура. Ой, рекомендую. Лайки.